Погода в Магадане очень переменчива. Возможно, вас ждет ураганный ветер. А возможно, теплые и солнечные денечки. Вечерний Магадан вместе с жителями областного центра решил выяснить, какая погода ждет Магадан в выходные. В субботу, 30 октября, в Магадане небольшая облачность. Температура воздуха ночью от 7 до 11 градусов мороза. Днем -3, -6, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 31 октября, в Магадане облачно, с прояснениями. Температура воздуха ночью от -10 градусов до -17. Днем от 8 до 16 градусов мороза. Ветер северный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба. Спасибо, хорошего дня вам. И вам.